Заполнены трибуны Дворца спорта имени Коноваленко. Жажда реванша за поражение в первом матче четвертьфинала Кубка Харламова и просто сумасшедший накал эмоций. Все это про вторую игру пары «Чайка» – «Снежные барсы». Напомним, стартовую встречу взяли гости 3-2 по буллитам. Но во втором противостоянии о поражении не могло быть и речи. Наша молодежка с первых минут взяла игру под свой контроль. И уже на пятой минуте команда Вячеслава Рьянова использовала первое же численное преимущество. Причем Игорю Руденкову для реализации лишнего хватило всего 16 секунд. Следующего гола пришлось ждать 17 минут игрового времени. На заре второго периода преимущество хозяев льда упрочил Артур Гиздатуллин. На этот раз команды играли при равных составах. И при том же раскладе, уже ближе к перерыву, овации трибун вызвал гол в исполнении Ильи Кондрашина. И пусть особо скептически одаренные специалисты назовут эту шайбу случайной, своей значимости она не потеряет. Забегая вперед, отметим, что по итогам встречи в количестве бросков высветился полный паритет – по 34. И в створ ворот соперники тоже бросали одинаково точно – по 24 броска. Но при этом астанинцы смогли пробить Андрея Суханова лишь однажды, когда «Чайка» в начале третьего периода оказалась в меньшинстве. А вот жирную точку в этом матче за 2 минуты и 4 секунды до сирены поставил Никита Рогов. 4-1 в отдельно взятой встрече и 1-1 в серии, которая теперь переезжает в Астану, где пройдут две игры этой пары – 26 и 27 марта. И может случиться так, что именно в воскресенье станет известен обладатель путевки в полуфинал Кубка Харламова. Григорий Ажигин, Ренат Бигбаев, «Объективно спорт», ННТВ.